Женя, привет! И мы сегодня открываем очень классный сюрприз. Вы все готовы? Да. Какой твой самый любимый мультик? Расскажи нам все. Робокар. Робокар Поли? Да. А что у нас сегодня? Робокар. У нас сегодня вот такой сюрприз. Ну-ка, покажи. У нас сегодня еще мой любимый Рой. Покажи всем. Мой любимый Рой. Да, у нас такой вот набор из Робокар Поли. У нас там разные игрушки с Робокара. У нас сегодня есть Поли и мой любимый Рой. У нас сегодня есть Эмбер и мой любимый Рой. И класс. Поли. Класс. Супер. А что еще там есть интересного в этой коробочке? Все. Там есть все? Да. Классно, давай посмотрим. Давай поближе. Откроем. Давай покажем всем поближе. Давай откроем. Ну-ка посмотрите, ой, да, какой он знакомый. Мама, давай откроем. Конечно, сейчас откроем. О, там сзади что-то, там будет дорога какая-то. Женя, смотри. Ты видел? Там будет дорога. И Робокар. Да, и персонажи с Робокар Поли, твои любимые. Кто твой любимый персонаж? Мой любимый Рой. Да, твой любимый Рой. Мой любимый персонаж Рой. Ну, я знаю. Ну что, открываем? Да. Отлично. Робокар. Класс, ну смотри, вон Рой маленький. Мой любименький. Угу. Да что ж такое? Да что ж такое? Каждый раз. Каждый раз. Мама сбывает ножницы. Смотри, что написано? Робокар Поли. Робокар Поли. А как поется песня с Робокар Поли? Африка, друг зла, Поли Робокар. И они вместе спешат, где приключилась беда. Африка, дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, вместе всегда. Робокар Поли и его друзья. Да. Класс. Сунул забор про ножницы. Наконец-то я его открыла. И я дальше. Давай, доставай, доставай сам. Не забывай скушать твои конфетки. Что у нас тут? Ням-ням-ням. У нас тут вкусности. Jelly beans. Твои любимые. Ну-ка. На. Ну что? Смотрим, что там внутри. Да. У нас там машинки. О, вот они. У нас есть Эмбер. А, какая она хорошая. Смотри, какая Эмбер. У нас есть Поли. Конечно же, Поли. Как без Поли? И кто это? Смотри, у нас такой нету. Это кто, Женя? Кэп. Это Кэп. Женя говорит, это Кэп. Конечно же, это такси Кэп. И кто у нас самый главный? Покажи. Рой. И Рой. Мой любимый Рой. Женин любимый Рой, конечно. Как он спасает? Он спасает же, да? Да. Он не превращается в робота. Да, эти не превращаются. У нас еще есть другие игрушки, которые трансформируются в роботов. Но эти не трансформируются. Этим мы будем играть, вам по дорожке их катать. Давай посмотрим. Что у нас там? Дорога. О, смотри, что там снизу. Это что? Это, видимо, их вырезать надо. Это какие-то значки. Это для дороги. Что с начинаем строить? Так. Мама, так. Угу. Кушай, кушай. А? Вкусно? А какой вкус у нее? Лимонный? Да? Или банановый? Лимонный. Лимонный. Понятно. Смотри, какая дорожка. Прикольно, да?
все вот это. То есть мы сейчас все это соберем, и у нас должно получиться, посмотрите, почти целый город. Как город называется в Робокар? Город? Город Врум. Город Врум. Врум или Врум. Да, у нас получится такой классный город Врум. Ура! Ну что, будем собирать, давай. Что у нас? Давай еще посмотрим. Мама. Ам. Мама. Ам. Вкусненько, да? Ам. Ам. Тут, смотрите, я нашла наклейки. Вот они. И они приклеиваются к этим всяким разным значкам пластиковым. Где? Вот, вот смотрите. Мы сейчас будем все это наклеивать. Вот. А еще... Покажи мне вон тут еще листок бумажки, Жень. Да, нет, это да. Дай мне его. Еще есть вот такой листок. Тоже наклейки. Классно. Так, когда мы все наклеим, будет очень круто выглядеть, я думаю. Будет как настоящий город Врум. Супер. Вот. Ой, как классно. Мяу-мяу-мяу. Вот, зайди. Как мне спасатель? Я не знаю, он же не спасатель. Я не знаю, почему он в комплекте тоже. Смотри, а теперь у нас... Кто это? Где? У нас теперь есть Кэп, и мой любимый Рой, и Поли, и Хелли, и Эмбер. Ага. Да. Смотри, Г. Г, точно. Буква Г получилась. Г. Мы ее присоединим. Сюда? Нет. Г. Да, сюда. Да, сюда. Давай сюда. У нас гараж, смотри, какой получился. По-моему, круто. Как ты думаешь? Прикольно? Да. Да. Ну что, теперь мы, наверное, возьмем вот эти. И мы их поставим, добавим в наш город. А давай сначала наклеечки такие вот наклеим. Ну что ж. Да, ну что ж. Наш город готов. Вот такая вот раса. Ну что, мы с Женей наклеили все наклейки. У нас что получилось? У нас получилось довольно-таки прикольно. Давай посмотрим. Не, мы двигаем, мой любимый герой. Вот какой получился у нас город. У нас маленького Хали нет. Угу. Нет, как нет. Вот это классно. У нас тут вот есть даже заправочная станция. Тут будем заправляться. Вот так. Все наши спасатели могут готовиться сверху, спускаться вниз. У нас даже есть большой Хейли. Не, он что-то маленький. Вот этот вот так летает. Дорама. Поле. Вот такой у нас классный получился гараж. И там можно спускаться, да? Очень прикольно. Спускаем? Кэп спускается. Смотри, они там все врезались. Ой, опа. Упал. Да что ж такое? А, Эмбер поехала. Куда она поехала? Я закрою. Друзей. А потом дальше можно по дороге, да, ехать? Покажи, как они дальше едут. Там написано safety first. Сначала безопасность. А потом куда они едут? Поворачивают. Туда, по дорожке, да? Здесь они могут заправиться. Ну, поворачивай, по дорожке едем. С наклейками прикольно получилось. Здесь должен быть Клинни и Макс, и Дапо, и Паук, и Бенурар, и Хайли. И Кэп, и Пусти, и Клини, и Скуби, и Лифти, и Кэп, и Рой, мой любимый, и Поли, и Эмбер, и Хали. Вот именно, вот именно. Они все должны в этом городе тоже жить. Давай поставим заправку, и они будут заправляться. Как они будут заправляться у нас? Давай, подъезжаем к заправке. Рой! Ты будешь заправлять свою машину? Давай он заправится.
Буль-б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 уль. Готово! Можно ехать дальше. А вот специальная остановка для Эмбер. Эмбер, ты можешь проезжать сюда. Тут для тебя специальная остановка есть. Ой, отлично! Вон, видишь, там значок для Эмбер. Спасибо, друзья! Спасибо! Значок для поля. О, да, там для поля есть. Поле тоже может там останавливаться. Ура! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья, сказал Поле. Смотри, я нашла значок для Клини. Вон Клини. Но у нас нету Клини, да? Нам нужно Клини еще купить для набора. У нас нет Клини. Вот такой есть. Мы поставим для нее сюда. Ну тогда для Хейли. Хорошо, для Хейли подойдет. Давай, поехали. Ой, как вроде бы так быстро едет. Да. Смотри, как они едут в ряд, да? Ты заправляешь бензином? Так, я думаю, они должны вот так вот съездить, вот так вот. И они заправляют здесь бензин. Буль-б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 уль. Оп! Спасибо! Я поехал дальше! Не речка. Нет? Я там буду стоять на своем знаке. Нино. Стоп, команда спасателей вылезет. Хорошо, они вылезают. Мяу. И смотри, что Харри делает. Будет смотреть, кто ездит. Он будет помогать, да? Выход ездит. Там Рой Полиэмбер. Давай их уберем отсюда. А то они мешают. Эй, где-то были... Эй, я забылся дороги. Ура! Забыл я дороги, сказал. Хорошо, сказал Хэлли. А я пока полечу. Давайте, поехали. Да, давайте, поехали. Нам нужно доехать аж вон туда. Вы готовы? Да. Поехали. Рой, ты будешь первый? Ты будешь главный? Да, мы первые будем. Первый Рой. Второй самый храбрый и сильный. А теперь второй это Поли. Поли, поехали. Уия. И Эмбер. Уия. Как она быстро спустилась. Нет, давай теперь Рой и Эмбер и Поли. Один, два, три. Уиу. Ага, молодцы. А туда, по дорожке дальше едем? Так. Так, буль. Заправились на заправке. Вот у нас вариация нашего города. По-другому мы теперь сделали. По-моему, прикольно. Они наверх поднимаются? Мне кажется, они должны сверху вниз. А ты хочешь, чтобы они снизу вверх, да? У нас вот такой город, вот такая горка получилась. Поли, Рой и Кэт. О, они приехали на свою станцию. Подписывайся на канал. Пока. Нет, пока. Пока. Пока, Женя. Пока.